Такой тщательный осмотр на сильвенитовой обогатительной фабрике 3-го Соликамского рудоуправления проводится ежеквартально. В компании «Уралкалий» вновь начался осмотр-конкурс по культуре производства. Мы осматриваем объекты как Березняковской, так и Соликамской площадки. Мы смотрим как отрицательные, так и положительные моменты и пытаемся в рамках обмена опытом довести до промышленников, для производственников те или иные, в основном положительные моменты. Конкурсной комиссией проверяется каждый уголок поверхностного комплекса рудоуправления. Экспертами комиссии становятся представители всех рудоуправлений Березняков и Соликамска, специалисты по охране труда и промышленной безопасности, специалисты технологических и технических служб. Все выявленные замечания фиксируются членами комиссии, а затем оцениваются по пятибалльной шкале. В первую очередь это направлено на безопасность наших трудящихся. То есть человек, работая, должен находиться в безопасных условиях. Также он должен работать с исправным оборудованием, с исправным инструментом. Это и считается культурой производства, отмечают эксперты комиссии. Такие проверки проводятся в компании уже 12 лет. Оцениваются все рудоуправления Соликамска и Березняков раз в квартал. По итогам года лучшее рудоуправление награждается денежной премией в сумме 1 000 000 рублей. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль ТВ».